Третья песня. Тоже два слова буквально, я быстро. Я как-то в одном круге ее пел. И первые полтора куплета. И смотрю так, женщины, девочки так и глазки так опустили. Ну зачем ты такие песни? Вот. А песня не об этом совсем. Так что вы прежде чем грустить, высказывать сочувствие, немножко притормозите, послушайте. В нижних туфлях в темноте топает по нашей комнате, хочет, чтобы ты уснул, малыш, почему же ты не спишь? Хочет, чтобы ты уснул, малыш, почему же ты не спишь? Папа наш сегодня не придет, хоть его и сын, и мама ждет. Папочка у нас с ума сошел, он опять в поход ушел. Папочка у нас с ума сошел, он опять в поход ушел. В голове у папы, видимо, где-то не хватает винтиков. По субботам с диким рюкзаком папа покидает дом. По субботам с диким рюкзаком папа покидает дом. А потом наш бедный папочка спит в палатке в мокрых тапочках или воет песни до утра у потухшего костра. Или воет песни до утра у потухшего костра. А когда приходит запах от него, как от козла. И, изголодавшись там в лесу, папа запускает лапы в суп. И, изголодавшись там в лесу, папа запускает лапы в суп. Папа наш в походах одичал, облик человека потерял. И запомни, сын, в поход одни пяки ходят в наши дни. И запомни, сын, в поход одни пяки ходят в наши дни. Ночь в домашних туфлях в темноте топает по нашей комнате. Хочет, чтобы ты уснул, малыш, почему же ты не спишь?